произошла трагедия. По разным данным, погибли от 20 до 70 человек. Мы объединились с партнерами по НАТО в авианалетах против сербских вооруженных сил. Ошибка. Американцы распорядился развернуть самолет и вернулся в Москву. Знаем, где зверь, а убить не можем. А когда наши выведут войска, начнется полный беспредел. Что ты хочешь от меня? То, что я тебе скажу, совершенно секретно. Бомбардировки Югославии скоро закончатся. Сербы дожмут. Как только их армия выйдет из Косово, реальная власть в крае перейдет к албанским боевикам. НАТОвцы им в этом помогут. Закончат бомбить и придут как миротворцы. Из Боснии будет направлена военная техника с нашими миротворцами. Нашему подразделению поставлена задача в кратчайшие сроки выдвинуться в окрестности города Приштина и взять под контроль стратегически важный объект – аэропорт Слатина. Мы должны быть готовы к любому развитию событий, в том числе и к боевому столкновению с потенциальным противником. Вы въехали на территорию Республики Косово. А люди есть? Группа Андрея Шаталова. Я без них сейчас аэропорт не возьму. Ты знаешь, что, знаешь, что для нас Косово? Пусть видят, кто против них. Положение у нас дерьмовое. Вероятность, что доживем до утра, процентов 10. Не уверен, что мы все вернемся домой. Идем до конца.